What's up, everybody? Welcome to a new English bit. It's Katya. Today's lesson is going to be very different and super special because I want you to meet my beloved nephew and his friend Artyom. Before the war, the guys were leading normal lives, but tragically, everything changed last 24th of February when Russia invaded Ukraine. These super brave Ukrainians decided to defend their home country of their own free will. Now they are in one of the most dangerous places in the east of Ukraine, witnessing death and destruction and putting their lives at risk every single day. As his aunt, together with my brother, Alyosha's mother, my mother and other family members, we feel extremely worried about him. At the same time, I deeply admire his courage and bravery and feel extremely proud of my bold nephew. I really hope they will make it out alive and live a beautiful life they deserve and make all their dreams and projects come true. As you may know, during the last couple of weeks, I've been collecting money in order to help my nephew and his mates with equipment and other war-related expenses. It would be amazing if we could raise enough money to buy a car. In the interview, the guys will explain to us why a car is very much needed at war. If you can help my nephew and his mates, no matter what the amount is, you can find Alyosha's mom's PayPal in the description down below. And thanks a million to those who have already helped my amazing nephew. It means a lot. And without further ado, let's begin with the interview. Алёша, расскажи нам, пожалуйста, какие у тебя были планы перед войной? Перед войной завести долгосрочные серьезные отношения с девушкой, вот, с которой я тогда общался, назовем это так. Вот, и построить бизнес, отложить денег на бизнес, открыть бизнес. То есть ты хотел работать на себя, не на кого-то, да. Иметь свое дело? Да, мне не очень нравится работать на кого-то. Когда ты сам решаешь, сам несешь ответственность. И ни от кого не зависишь. Артём, какие у тебя были планы? Долгосрочных планов у меня не было. Я вот познакомился с этой девушкой зимой. Для вас это был как шок, когда началась война 24 февраля? Да, это был шок. Я проснулся буквально в 5 утра. Я живу в Борисполе, у меня рядом аэропорт. И я уже слышал звуки. И я проснулся, сначала в 6 утра включил телевизор, и по новостям передали, что началась война. И вы не могли поверить в это? Ну, у меня просто было много знакомых по всей стране, и везде говорил, что ракеты летят, что русские уже вот родители. Меня по-другому. Меня разбудили с утра. Сказали, что война. Я сказал, какая война? Мне на работу через час вставать. У тебя были планы продолжать? Да, да. Ну, и уже узнал тогда, что на работу не надо. Начинается война. Почему вы добровольно решили пойти на войну? То есть вас никто не заставлял идти? Это было осознанное решение. Какие мотивы были за ним? Мы должны защищать нашу страну, наших родных, наших детей в этой стране. Мы должны все были защищать. И начало другого выхода я не видел. Когда началась война, и старики какие-то готовили кушать, что-то подносили, кто-то пошел, взял оружие в руки. Каждый как-то стал участием в этом. Долг наш и все. Вот. Что самое сложное и страшное на войне? Дети, их смерть. Я очень сильно люблю детей, и для меня это очень тяжело. Это несправедливо. И из одного человека они должны погибать многие. Так не должно быть. Что вы будете делать, когда война закончится? Какие у вас планы? То есть вы попытаетесь сделать то, что вы хотели до войны, и не получилось? Или что-то новое? Ну, я встречусь с девушкой, с которой планировал построить отношения. И все-таки построюсь отношения. И бизнес открою, да, бизнес. Такая же самая идея для бизнеса или что-то поменялось? Что будет необходимо после войны, что будет спрос, я буду смотреть. В зависимости от спроса, в зависимости от ситуации. Конечно, да. Ну, конечно, потом нужно будет разбудовывать Украину. Да, да, все правильно. Строительный бизнес будет, может быть. Личная жизнь для вас важна? Это открытие. А я на войне все знал, насколько я этого хочу. Хочу жениться, хочу детей, хочу свою семью. Что это будет, приоритет. Начинаю ценить своих близких.
хочется как-то строить свою жизнь. Я там еще не хочу, я считаю, что слишком молод. Я еще не седой, у меня есть зубы. Вот, для детей еще рано. Я понял, что я очень хочу быть человеком больше даже, чем раньше, который вот, которому у меня лежит душа. С кем мне хорошо, интересно. Местами весело. Теперь поговорим про машины. Мы видим, что в Украине собирают деньги для автомобилей, для военных. Иногда это джипы, а иногда это обычные микроавтобусы или даже легковые машины. Расскажите, для чего военные используют такие автомобили? В первую очередь это бытовые вещи. Например, вот мы там везет в квартире находимся, нам удобно. Мы можем душ принять, постирать вещи. Те, кто живет за городом, там условий нету. Ну, это не дачные участки, где там, типа, есть все комфортные условия для жизни. Это такие больше спартанские условия, где тебе надо самому все организовывать. И вот, чтобы съездить помыться, постираться, нужна машина. Просто переехать с места на место, перевезти вещи. Это все, ну, необходим транспорт, он дает мобильность. Боевые задачи у нас есть тоже, машина для эвакуации раненых людей. Это очень удобно. Они очень маленькие, очень быстрые, их враг не заметит. Также машина еще для боевых задач, помад, чтобы подвезти продукты. Вещи некоторые. Это очень хорошо, это очень удобно. Тепловизоры, приборы ночного видения – это тоже важная штука. Прошли те времена, когда это, возможно, было доставлять пешком на лошади, на повозке какой-нибудь. Настали времена, когда это нужно делать быстро. Чтобы сделать это быстро, это машина. И еще очень часто мы меняем место дислокации военных действий с одной области в другую. И чтобы быстро переехать, машина очень помогает. То есть можно загрузить несколько человек, его вещи очень быстро переехать с одного места в другое. Немаловажно. Не так опасно, если это легковая машина? Конечно. Во-первых, она не такая приметная. Она быстрая, удобная. Как вы проводите свое свободное время? Какие у вас интересы были до войны и сейчас? Вообще погулять где-нибудь, с друзьями встретиться. Что новое может попробовать иногда. Ну, в плане новое, там, на картингах покататься. Там. Короче, вот такие какие-то движухи, которые ты еще не пробовал, но хотелось бы попробовать, да, то есть там картинги. Я на коньках с детства не катался, вот как раз перед войной хотел на коньках покататься. Совсем не понравилось. Я не понимаю, какие люди могут кататься на коньках. Какое хобби. До войны я очень часто ходил на футбол. На стадион. Мне очень нравилось. Поездил по Украине тоже. Очень люблю путешествовать. Вот в Европе был уже 7-8, но это мне очень нравится. Вот я хочу объездить всю Европу. Тебе очень нравится путешествовать? Да. Это я же неоднократно ездил. Я от этого без ума. Что больше всего тебе не хватает из твоей прошлой жизни, довоенной жизни? Я могу сказать смело, что за этот год, практически вот, который идет война, вот я бы мог спокойно сесть в 2-3 страны попутешествовать. Я собирался ехать снова в Будапешт. Вот из-за войны я не поехал. Твое следующее путешествие? Ты хочешь поехать в Испанию, на Канары? Испания, да. Париж, Рим. Очень хочу туда поехать. Что ты хочешь делать больше всего? Соскучился. Зачем соскучился? Не хватает нормальной жизни, свободы действий. С учетом того, что военнослужащий, он так или иначе ограничен в своей свободе, добровольно ограничивает себя, то не хватает вот какой-то свободы действий, да, когда ты можешь самостоятельно пойти что-то сделать, то есть поехать куда-то. Захотел, собрался, поехал там в Карпаты, к примеру. Алёша, ты любишь животных? Мы видели видео, когда ты играешь с кошкой. Хотел бы ты иметь какое-нибудь домашнее животное, когда вернешься домой? Енота заведу. Почему енота? Если будет частный дом, вот, пространство нужно. Особенно для енотов, они умные животные, могут что-то сделать такое пакостное. Вот им нужно пространство. То если вот частный дом будет, то можно будет и енота завести. Одного или несколько? Нет, одного. Животных нет, была кошка. Ну, может, в будущем еще кошку зайду, а вот если сейчас кондуктор, то не придет, а две собаки. Знаешь породу, которую ты хочешь? Став. Ставфордширский терьер, если полностью называется.
Спасибо большое, что вы пришли на мой канал. Слава Украине, героям слава. Спасибо. Спасибо. So guys, that's it for today. Thank you for having watched today's interview. If you liked it, please don't forget to smash the like button. And remember that you can catch me on Instagram as well. And before I finish, I want to send a huge hug to my Ukrainian friends, family members, and all Ukrainians who are right now in Ukraine. You are my inspiration and an example of strength and endurance. And I have no doubt that good will prevail over evil. Hang in there. Слава Україні! Героям слава!